Зачем нам такое приключение? На лбу все написано. Будешь пахать вместе с сестрами. Класс, у меня как раз сестер нет. Не понимаю, что они проснулись и решили такие, пойду в монастырь. Жесть. Зато свобода! Варсонове невероятный человек. Я ему как Богу верю. Боюсь сам себя. Греха страшного. Самый лютый страх, что дальше будет только хуже. Исцелите. Я не Иисус Христос, я не врач, я не исцелен. Говори, в чем грешта? Во всем. Это же все из-за тебя тогда случилось, сучка. Мы когда крестились, я подумала, наконец-то я никому не нужна. Потому что я в жизни всем нужна. Все хотят меня почему-то использовать. Кто-то должен был тебя просто любить. Просто за то, что ты есть. Послушание — это путь! Это 10 лет работы над собой! Это 10 лет пути к себе! Типа себя нашел. Я думаю, ты себя здесь потеряла. То есть я ничего не сделала? На то воля Божья. Это я виноват! У тебя один здесь близкий, Господь Бог! Ты каждый день мне врал. Там очень страшно, я хотел тебя уберечь. Монастырь. С 19 ноября. Смотрите только на Кинопоиске.